Всем привет! Сейчас я покажу вам, как пользоваться чатом и расскажу, для чего они вообще нужны. Поехали! Заходим на сайт онлайн-школы «Дом знаний». В личном кабинете кликаем на три линии в левом верхнем углу, находим в списке «Чат» и кликаем по нему. Нам открывается список людей, с которыми мы общались с самого поступления в «Дом знаний». Справа в верхней части окошка мы видим два значка – «Личные сообщения» и «Групповой чат». Личные сообщения помогут нам создать новую беседу с учителями школы или со своими одноклассниками. Для этого кликаем по нужному имени. Например, находим Пайгусову Елену Владимировну, и справа нам открывается переписка с преподавателем. Написать сообщение можно в строке «Ваше сообщение». Если нажать на значок «Скрепка» слева, то можно будет отправить фото, текстовые или другие медиафайлы. Чтобы сообщение отправилось, нужно нажать на стрелочку внизу справа. Так вся переписка, которая касается занятий, сохраняется в одном месте и никуда не теряется. Надеюсь, что было полезно. Спасибо.